переводе с английского имя Хантер означает «охотник». Этот пес действительно имеет схожие черты с Лайкой – крупный, сильный, выносливый. А еще первый по гонкам в полях. Хантеру меньше года, и у него никогда не было хозяина, поэтому он пока не слушает команды и не дружит с поводком. Но это не станет проблемой для настоящего любителя собак. В силу своей молодости он, ему нужны долгие выгулы, то есть, я думаю, пару часов в день точно. Да, сейчас он активный, но с возрастом, думаю, все-таки будет поспокойнее немножечко. Хозяин ему, конечно же, нужен тоже активный, ведущий активный образ жизни. Идеально подойдет для каких-то там пеших походов. Туризма. Пушистый кореглазый Хантер и остальные собаки идут на контакт с человеком и проявляют самые добрые чувства. Пока четвероногие друзья остаются жить в вольерах на Монастырском шоссе 30. Сюда можно приехать, покормить питомцев, погулять и выбрать себе любимца. После всех ужасов прошлого каждый из них достоин жить в семье и стать нужным человеку. Александра Акимова, Анна Соколова, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.